Сегодня с вами я, Егор Лучинский, с моим другом Коля. Всем привет! Сегодня мы играем в Wrestle Jam. Погнали! Как вы видите, я красный, Егор синий. Это так, на всякий случай, чтобы вы имели представление, кто кого. Пока я веду... Ты все равно я тебе сейчас... Но Егор говорит, что это ненадолго. Смотрите, 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 как я его сейчас смачно. Он меня! Да! Все. Теперь можно дальше продолжать расслабляться. Фейл. Не-не-не, сейчас я... Ну, батос не такой сильный удар, поэтому... Давай! Нет, не меня! Да, блин! Тихо-т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 ихо
и такого. Нубик. И такого. Нубик. Не, я про. Да какой ты про? Да, я про, видишь, ну. Тебя просто ветер помогает. У меня в сторону не огромный, а в тебе нет. Эй, что за упа? Слух? Это тебе месть. За тот раунд. А, все. Как вы видите, Егор в первый свой геймплей проиграет. С очень позорным счетом. Тут нет счета. Ну, вот, нет! Сейчас мы начнем. Ой, слава богу, жизни не так много. Не, алло! Эй, что за фигня? Что, Егор не проиграет? Мы сейчас начнем выигрывать. Вы? Нет! Да, мы сейчас начнем выигрывать, я тебе отвечаю. Да нет, нет! Оп. 7. Что-то слишком мало. Ладно, я беру свои слова назад. Уже не такой позорный счет. Я выиграл. Да! Я в шоке. Подписывайтесь, ставьте лайк. Выскажите свое мнение в комментариях. Всем пока!